maximum brani. Намат, штаб так и не выяснил, куда подевался генерал Кхон. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Там ты наверняка сможешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Максимум силы. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Okay.
Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум силы. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Нашел офис на здании. Попробуй войти в их тактическую сеть. Маскировка активирована. Максимум брони. Копирую данные. Отлично, сынок. Теперь мы точно знаем, где Кхон. Он в шахте, заложники там же. Максимум. Посмотри брони. На карту. Твоя задача освободить людей. Выполняю, майор.
Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум скорости. Достаточно энергии. Черт, что это было? Я у тебя хотел спросить. Что-то выпрыгнуло прямо из стены. Корейцы отступают. Это твой шанс, Номад. Прорви последнюю линию обороны. Маскировка активирована. Максимум скорости. Достаточно энергии. Маскировка активирована. Максимум брони.
активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Маскировка. Возьми площадку под контроль, и я вышлю авиацию. Недостаточно энергии. Намат, разберись с корейцами. Авиация на подходе. Маскировка. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль, и я вышлю авиацию. Максимум брони. Намат, разберись с корейцами. Авиация на подходе. Максимум брони. Маскировка активирована. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль, и я вышлю авиацию. Намат, разберись с корейцами. Авиация на подходе. Маскировка активирована.
Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? Маскировка активирована. У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль, и я вышлю авиацию. Роман, разберись Максимум с корейцами. Брони. Авиация на подходе. Маскировка активирована. Максимум брони. Максимум брони. Маскировка. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Максимум. Максимум скорости. Намат, пойдешь вперед.
Задача проникнуть в шахту и найти генерала Кхона. Мои ребята займут периметр. Как только ты найдешь заложников, я начну готовить эвакуацию. Удачи, сынок! Thank you.
Номад, будь осторожен. Мы разберемся с лагерем корейцев и будем ждать подкрепления. Потом поможем тебе, но придется подождать. Сейчас ты сам по себе, сынок. Понял. Времени мало, Номад. Проникни в шахту и найди заложников. Маскировка. Стрикленд, я внутри. Отлично. Найди заложников. Маскировка. Время на исходе. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Stop!
Маскировка активирована. Максимум брать. Сигнала. Включи прибор ночного видения. Достаточно энергии. Послушайте, перед тем, как связь пропала, с раскопа пришел сигнал... Это уже не важно. Генерал, что-то передает сигналы в эту постройку. Нам надо выяснить, что... Хватит! Так, вот и убийца, который положил моих людей. Спасибо, что пришел. Взять его. Береги силы. Твой нано-костюм отключен. Твой путь окончен. Генерал, интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Хватит лицемерить, доктор! Мы все знаем, что это не просто храм. Разве ЦРУ будет интересен храм? Разве Пентагону будет интересен храм? Разве ему будет интересен храм? О чем вы говорите? Кажется, мы открыли самый мощный источник энергии в мире. Возможности безграничны. И ваше правительство тоже хочет проникнуть туда не менее, чем мы. Я этого не допущу. Черт, энергии мало!
Держи напряжение! Время! Прошу, вы не понимаете, что вы делаете? Действуем по плану! Она права! Остановитесь! Вы убьете всех! Боже мой! Молчать! Группа Альфа, внимание! Смотрите на великое свершение! Взрывайте! Взрывайте! Надо выбираться отсюда. Похоже, выход где-то на верхних уровнях. Идем. Кто вы? Боец спецназа США. Мой папа. Он остался там, на раскопках. Он не выжил. Извини. Этого я и боялась. Максимум брони. Номад, слышишь меня? Слышу тебя, Гриф-4. Я еще там. Во
Вход в пещеру завален. Есть другие выходы? Нет, Гриф. Только вглубь. Ладно, сиди тихо. Я пришлю подмогу, мы вытащим тебя оттуда. На это уйдет несколько часов. Попробую пробраться вглубь пещеры. Как скажешь, робот. Но на твоем месте я бы позаботился о боеприпасах. Никто не знает, что ты там найдешь. Силы. Гриф, связь пропадает. Как слышно? Прием. Гриф, как слышно? Попробую усилить видеосигнал. Надеюсь, это поможет. Буду описывать то, что вижу. Я в каком-то туннеле или пещере. Стены похожи на кристаллический камень, но более правильной формы. Никогда такого не видел. Здесь темно, холодно. Очень холодно. Стены необычные, как ракушка. Похоже на органику, надеюсь, вы все это видите. Заметил движение. Черт, это та же тварь, что убила пророка. Сила тяжести пропала. Стабилизирую себя с помощью двигателей. Надо только освоиться чуток. Черт, что это было? Такое ощущение, будто меня что-то выталкивает. Попробую все-таки пройти. Я здесь не один.
кто меня ударил? Поддерживаются этими механизмами. Попробуй их обесточить. Кажется, Кто бы это ни был, теперь он мертв. Большую пещеру. Что это за место?
Опять этот шум. Похоже, все может рухнуть в любую минуту. В пещере проходит какой-то провод. Выглядит как нечто живое, но, кажется, по нему течет ток. Тут еще больше механизмов. Только они... они совсем другие. Кажется, эти ворота открываются с определенной периодичностью. Попробую проскочить. Черт возьми!
скорость. Похоже, это карта пещер. Система очень большая и разветвленная. И тот провод пронизывает ее всю. Здесь целая армия этих машин. Кажется, они готовят вторжение. Что за черт? Максимум скорости.
максимум брони. О, черт! Майор Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Очень четким, как будто ты на поверхности. Начинаю трансляцию твоих видеоданных в штаб. Я вижу свет. Идем по твоему сигналу. Похоже, здесь выход, но ближе не подойти. Дистанция обнаружения. Вот и он. Номан видит тебя. Рад бы, майор.
Но я сам не понимаю, что здесь происходит. Что бы это ни было, я в самом его центре. Вся гора окружена какой-то энергетической сферой. Чудо, что ты вообще еще жив. Мы покидаем остров. Максимум. У меня пропал отряд морпехов как раз в твоем районе. Передаю последние известные координаты. Посмотри, что с ними. Есть. Но не думаю, что при такой температуре кто-нибудь выжил. У входа в долину развернут пункт эвакуации. Всех, кого найдешь, веди туда. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активна.
Стрикленд, это Номад. Нашел твоих морпехов. Живые есть, сынок? Никак нет, сэр. Выживших нет. Черт, уже два взвода положили на этой горе. Ладно, надо вытаскивать тебя отсюда. Попробуй добраться до края сферы. Я что-нибудь придумаю. Случилось-то, пророк? Мы уж думали, ты погиб. Меня так просто не убить. Внимание! Сюда идет еще один отряд! Держись, парень! Отказывает. Температура падает. Если я не вылезу наружу, то замерзну насмерть. Я подобрал их оружие. Держи. Как же ты... Потом. Надо отступать. Иди назад. Сперва тебя надо подлатать. Мне нужно найти укрытие. Костюм лёгкий. Держись, пророк. Мы выберемся отсюда. Энергии почти не осталось. Прикрой меня, Нолан. Я не вылезу наружу, то замерзну насмерть. Я подобрал их оружие. Держи. Как же ты... Потом. Надо отступать. Иди назад. Сперва тебя надо подлатать. Мне нужно найти укрытие. Костюм долго не будет. Держись, пророк. Мы выберемся отсюда. Энергия на исходе. Надо найти укрытие. Это Номад. Я нашел пророка. Его костюм отказал. Нужно срочно выбираться. Слышу тебя, Номад. После края сферы как раз сидят мои разведчики. Они тебе и помогут. Идем туда, майор. За тобой.
Черт, энергии мало. Надо найти источник тепла. Мост!
замерзаю! Нужно тепло! Я здесь. Энергия костюма на исходе. Черт, энергии мало. Надо найти источник тепла. Хищник! Ее остатки! Дреклин говорил, что вы придете. Черт, мы не думали, что вы доберетесь. Видели кого-нибудь из наших? Внутри этой штуки минус 200. Живых там нет. Живых людей, точнее. Что вы там нашли? Что это за чертовщина? Не знаю. Где твой командир? Сержант Диган, он внутри. Там внизу полный хаос, сержант. Я не могу рисковать еще одним бортом. К тому же у нас ранены. Прорывайтесь через долину в пункт эвакуации. Понял, майор. Рад вас видеть, ребята. Похоже, помогать нам не будут. Нам бы очень пригодились эти костюмы, когда похолодало. Я должен проводить этих людей через долину в пункт эвакуации. Они отзывают войска. Сэр! Держать позиции! У нас гости! Что это за дрянь? Спалим их к чертям! Огонь! Вот, опять!
долину! Быстро! Все сюда! Быстрей! Быстрей! Номан, давай сюда! Мы уезжаем! Номан, садись за пулемет и прикрывай нам задницу! Ладно, покатили! Берегись! Сзади! Противник впереди! Прошу вас, заберите меня отсюда. Я застряла. Пилот мертв. Снаружи что-то есть. Давай, дома, шевелись! Елена, ты в норме? Я застряла. Дверь не открывается. Ваши горите. Прошу вас, выведите меня отсюда. Удачи! Мы
Мы выводим раненых. Вы должны прикрывать нас. Ты яйца в этой сфере оставил, Новат? Вылезай наружу и сражайся! Не подпускай их! Мы улетаем! Сукин сын, что это за тварь? Не сдавать позиций! Новат, мы покидаем остров! Бегом в пункт эвакуации, не вздумай умереть по дороге. Данные из твоего костюма для нас слишком ценны. Приятно чувствовать себя нужным. Максимум брони. Максимум скорости. Что за чёрт? Занять оборону! Господи боже! Ложись! Черт! Не получается! Мы не справимся! Не дайте ублюдку пройти! Максимум скорости. Максимум брони. Назад! Максимум назад! Намат! Они брони. Прут в долину! Мы отбиваемся, пока не увезут всех раненых! Как же вы, майор? Я морпех, сынок. Я по воде пройду, если надо. Ты дело сделал. Теперь вали отсюда, пока я их отвлекаю. Постой! Мы перегружены! Думаю, справимся! Шляпы, господа. Сейчас будет весело. Ситуация полное дерьмо. Впереди несколько летучих гадов, да еще и погода ни к черту. Проклятие, мы под обстрелом!
Пилот ранен. Откройте кабину.
12 километров. Все чисто. Домой, ребята. Номан, как слышно? Мы на авианосце. Здесь Пророк и Елена. Где ты? Понял, псих. Я лечу к вам. Буду через 10 минут. Давай скорее, приятель. У меня для тебя небольшой сувенир. Ну и как я вам? Вы все еще живы, лейтенант. Ты молодец. Командиры нарядов, продолжайте работу по плану. Номад, слава богу, ты жив. Посмотри сюда. Пилот решил взять с собой. Эй, Номад, полюбуйся на этого урода. Да, всегда хотел небольшой проект. Эй, осторожно. Адмирал рехнется, когда увидит эту дрянь. Хотите что-то сказать, Коллинз? Нет, сэр. Не думаю. Что за черт? Ты сказал, он дохлый. Теперь дохлый, так ведь? Мы видели таких вот генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых источников. Могла бы раньше сказать, мы бы его не потащили. Номер, адмирал хочет видеть тебя в штабе. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам лучше поторопиться. Мэм. Иди, увидимся позже. Вперед! Адмирал тебя ждет! Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где ты был? Пророк рехнулся. С ним явно что-то не так. Похоже, из-за того, что он побывал внутри сферы. Он хочет вернуться на этот остров. Номад, двигай в штаб! Максимум скорости. Максимум брони. Лейтенант Манфорд, пройдите в техчасть. Лейтенант Манфорд, пройдите в техчасть. Ничего, Хэтфилд. Лексингтон атакован. Мы ближайшие к нему. Вся авиация с него летит к нам. Ладно. Пойду поищу Пророка, пока он не наделал глупостей. До встречи. Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Номад, ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Сперва мы решили, что это атомные взрывы. Подключились РУМО и АНБ. Вот так вот. 4 дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Просьба о помощи. Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет. Это так. Но они слишком технологичны. Явно не с Земли. Что, если они заблудились и теперь зовут на помощь? Неважно кто, неважно откуда. Действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр. Нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда вся наша планета в опасности. Это же нелепо. Эти существа вытягивают энергию из любых источников.
Вся гора — гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Не могу предсказать, что будет, если ударить по ней атомным взрывом. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр, только что порвалась связь с Лексингтоном. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Я буду в оружейной. Позовите меня, когда все закончится. Ты слышал приказ, лейтенант? Ваш командир прошел в оружейную. Он, наверное, ждет вас там. Лейтенант Нойман, пройдите на полетную палубу. Лейтенант Нойман. Ищите оружейную по коридору и направо. Черт, их так много. Контр-адмирал Веринг, пройдите на мостик. Контр-адмирал Веринг, пройдите на мостик. Говорят, что вы были внутри той сферы. Да, надо... Номад, ты живой. Эй, Номад. Садись, приятель. Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, босс. Мы тоже этого не поняли. Механизм спуска очень сложный. Мы в нем за неделю не разберемся. А вы модифицировали в полевых условиях. Вы ведь даже питание подвели к своему костюму. Впечатляет. Видимо, я талант. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я направил испыток энергии в гидросистему, как просили. В общем, все готово, майор. Доктор Джилспайн, мне надо проверить нано-костюм Номады. Мне сказали, вы можете помочь. Конечно. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Эй, босс, куда это ты? Кончать со всем этим. Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Пророк, стой! Так, чем я могу вам помочь, доктор? Я выделила сигнал, который эти существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. Можно ли передать такой сигнал с помощью нано-костюма? Думаю, можно. Сейчас посмотрим, как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто. Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению. В общем, есть простор для экспериментов. Что именно они со мной делают? Если теория верна, ты станешь ходячим оружием против пришельцев. А если она не верна? Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Не заставляйте адмирала ждать, доктор. Я сам разберусь. Ладно. Номад, как будешь готов, подходи на мостик. Красавица. Такие редко идут в науку. Эх, будь я на 10 лет моложе. А, вот и она. Поставь ее на ту стойку. Сейчас. Тактическое атомное оружие разработано специально под нано-костюм. Опытный образец, еще даже не стоит. Стреляет ядерным зарядом. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Чего они только не придумают. Опробовать можно? Нет. Так, думаю, все готово, лейтенант. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пройти на мостик, адмирал не отличается терпением. Максимум брони. Номад! Осторожнее с этой шуткой! Еще взорвется. Спокойно. Господа, это адмирал Моррисон. Я только что получил официальное разрешение президента нанести ядерный удар ограниченной мощности по целям на острове. Для принятия такого решения нужны серьезные основания. Природа нашего противника пока не установлена,
Но данные, собранные нашим спецназом, позволяют всерьез полагать, что нашей планете угрожает реальная опасность. Что бы ни случилось в ближайшие несколько минут, я рассчитываю, что каждый из вас выполнит свой долг с честью и мастерством. Майор Бернс, это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Майор Бернс! Что он делает? Сэр, поднимать группу перехвата. Пусть летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вовремя, лейтенант. К пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, если мы действуем по их указке? Нет времени на «что если», доктор. Пентагон санкционировал ядерный удар. У меня приказ. Конституция штаб. Это мародер 1. Есть закон. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, мародер 1. Прием. Готово, сэр. А если вы ошиблись, адмирал, вы сможете с этим жить? Продолжайте пуск. Есть, сэр. Мародер 1, это Конституция штаб. Зеленый свет. Доставляйте груз. Отбой. Надеюсь, понял, что вы правы. Вы, я и остальная планета. Сражайся, солдат! Мы не можем отступить! Дверь заклинила, лейтенант! Что стоишь? Выбей ее! Хорошо! И береги на полет в мою палубу! Максимум, авиаперсонал приготовится к старту по программе 1. Внимание, палубе. Готовность катапульты на минке 2. Всем покинуть стартовую зону. Будьте осторожны. Максимум сил. Максимум брони. Thank you.
Похоже, они отступают! Уха! Подходим к транспортеру для перезарядки и перегруппировки. Это еще не все. Роман, прячься ли утечка? На нижних палубах остались инженеры. Тебе нужно спуститься туда, по транспортеру. Держитесь, морпехи. Мы отстоим палубу. Достаточно энергии. Максимум сил. Максимум сил. Черт! Я уже решил, что ты тоже из этих тварей! Ты номад? Черт! Значит, ты жив! Я слышал, что ты по... Эй! Сюда! Эй, номад! Мы тебя ждали! В реакторе утечка радиации! Мы долго не продержимся против этих тварей! Если реактор не заглушить, он рванет! Тебе надо на ту сторону! Что я должен сделать? Сначала надо отключить предохранители в обменнике. Тогда ты сможешь перезапустить реактор. Не беспокойся, я все подробно объясню. Похоже, сработало. Черт, стержни заклинило. Иди туда и опусти их вручную. Недостаточно энергии. Максимум сил. Максимум брони. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Так, я в реакторном. Что дальше? Нажми большую красную кнопку. Аварийная остановка началась. Отлично, Номад. Стержни сейчас опустятся. Черт! Стержни заклинило! Тут слишком много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Номад, мощности реактора уж точно хватит, чтобы их спалить. Далеко не уходи. Передаю сигнал на твой костюм. Кажется, сработало. Не удивительно.
Номад, быстрее! Ты должен опустить стержни! Уровень радиации там зашкаливает. Уверен, что твой костюм выдержит? Да. Используй нано-костюм. У нас тут большие проблемы. Аварийная остановка началась. Отлично, Нома. Стержни сейчас опустятся. Черт! Стержни заклинило! Тут слишком много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Номад, мощности реактора уж точно хватит, чтобы их спалить. Далеко не уходи. Передаю сигнал на твой костюм. Кажется, сработало. Не удивить. Номад, быстрее! Ты должен опустить стержни! Уровень радиации там зашкаливает. Уверен, что твой костюм выдержит? Да. Используй нано-костюм! Уровень радиации там зашкаливает. Уверен, что твой костюм выдержит? Да. Максимум силы. Максимум брони. Крепко влипли. Максимум, беги к ним. Я горжусь, что работал с тобой. Спасибо за помощь. Ложись, ложись! Аварийная перегородка открыта, лейтенант. Поднимайся по транспортеру. Живые уроды, и вперед!
заполонили всю палубу. Давай сюда, живо! Спрячься где-нибудь. Я пойду туда, но скрывай. Ой, куда зашли? Моррисон, я иду в лабораторию за атомной будкой. Быстрее, Номат! Ты нам нужен на палубе! Здесь что-то... что-то очень большое! Чёрт! Уберите её от меня! Уберите! Номат! Давай сюда! Эти твари наседают! Уходим! Уходим! Адмирал, на полетной палубе нас ждет транспортник, надо уходить срочно! Я не покину корабль! Откройте двери, откройте чёрт! Номат! Ты должен вытащить этих ребят! Беги к палубе! Живо! Номат, ты как там, живой? Более-менее. Адмирал мертв. Где вы? Мы с Еленой уже в воздухе! Корабль захвачен! Все, кто не ушел, погибли! Держись! Сейчас мы тебя заберем! Кинуть корабль! Недостаточно энергии. Максимум скорости. О, черт! Нет, мимо этой твари мне не пролететь! Ты должен убить ее, Номат! И как вы предлагаете мне это сделать? Максимум. Максимум скорости. Максимум брони. Пришлите нам транспортник. Ой.
максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости.
вперед! Адмирал тебя ждет! Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где ты был? Старшина МакКоллаган, пройдите в оружейную. Старшина МакКоллаган. Пророк рехнулся. С ним явно что-то не так. Похоже, из-за того, что он побывал внутри сферы. Он хочет вернуться на этот остров. Доктор Розенталь, пройдите в штаб. Капитан, пройдите на пункт управления. Ваш командир прошел в оружейную. Он, наверное, ждет вас. Черт, их так много. Мы не справимся с таким количеством. Командующий Дорн, пройдите на мостик. Командующий Дорн, пройдите на мостик. Номад, ты живой. Эй, Номад. Садись, приятель. Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, босс. Мы тоже этого не поняли. Механизм спуска очень сложный. Мы в нем за неделю не разберемся, а вы модифицировали в полевых условиях. Вы ведь даже питание подвели к своему костюму. Впечатляет. Видимо, я талант. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я направил избыток энергии в гидросистему, как просили. В общем, все готово, майор. Доктор Джилсон, мне надо проверить нанокостюм, но мне сказали, вы можете помочь. Конечно. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Садись, Номад. Время не ждет. Чего ты ждешь? Максимум брони. Номад! Осторожнее с этой шуткой! Еще взорвется. Спокойно. Господа, это адмирал Моррисон. Я только что получил официальное разрешение президента нанести ядерный удар ограниченной мощности по целям на острове. Для принятия такого решения нужны серьезные основания. Природа нашего противника пока не установлена, но данные, собранные нашим спецназом, позволяют всерьез полагать, что нашей планете угрожает реальная опасность. Двери заклинило, лейтенант! Что стоишь? Выбей ее! Максимум силы. Хорошо! Теперь иди на полетную палубу! Номад, я еще поработаю над передачей. Всему авиаперсоналу приготовиться к старту по программе 1. Всему остальному персоналу немедленно покинуть полетную палубу. Внимание, палубе. Готовность катапульты 1 и 2. Всем покинуть стартовую зону. Будьте осторожны.
Похоже, не отступают! Максимум скорости. Уха! Отходим к транспортеру для перезарядки и перегруппировки. Это еще не все. Номад, в реакторе утечка. На нижних палубах остались инженеры. Тебе нужно спуститься туда, по транспортеру. Держитесь, морпехи. Мы отстоим палубу. Максимум брони. И утечка. Мы попробуем прорваться на палубу. Все заполнили. Дай знать, когда будешь на палубе. Понял, псих. Номад, я настроила передачу. Теперь мы сможем управлять механизмом подзарядки с помощью твоего нано-костюма. Дай знать, если возникнут проблемы. Да, у меня всегда проблемы. Я решил, что ты тоже из этих тварей. Ты номад? Чё? Эй! Сюда! Эй, номад! Мы тебя ждали! В реакторе утечка радиации! Мы долго не продержимся против этих тварей! Если реактор не заглушить, он рванет! Тебе надо на ту сторону! Что я должен сделать? Сначала надо отключить предохранители в обменнике. Тогда ты сможешь перезапустить реактор! Не беспокойся, я все подробно объясню. Предохранитель где-то близко. Рядом с ним должен мигать красный сигнал. Вот так, похоже, сработало. Черт, стержни заклинило. Иди туда и опусти их вручную. Вот так, похоже, сработало. Черт, стержни заклинило. Иди туда и опусти их вручную. Максимум брони. Так, я в реакторном. Что дальше? Нажми большую красную кнопку. Аварийная остановка началась. Отлично, Нома. Стержни сейчас опустятся. Черт, стержни заклинило. Тут слишком много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Номад, мощности реактора уж точно хватит, чтобы их спалить. Далеко не уходи. Передаю сигнал на твой костюм. Кажется, сработало. Там зашкаливай. Уверен, что твой костюм выдержит? Да. Используй нано-костюм. У нас тут большие проблемы. Максимум.
Максимум брони. Недостаточно энергии. Так, реактор остановлен. Включаю резервное питание. Отлично. Отлично, но ты срочно нужен на палубе. Подходит новая группировка противника. Давай сюда! Максимум силы. Максимум брони. Номад, похоже, ребята на палубе крепко влипли. Беги к ним. Я горжусь, что работал с тобой. Спасибо за помощь. Ложись! Ложись! Арх! Аварийная перегородка открыта, лейтенант! Поднимайся по транспортеру! Беги к ним! Я горжусь, что работал с тобой! Ложись! Спасибо, ложись! Аварийная перегородка открыта, лейтенант! Поднимайся по транспортеру! За атомной пушкой. Быстрее, Номад! Ты нам нужен на палубе! Здесь что-то... что-то очень большое! Максимум брони! Thank you.
Ловушка у меня. Номад, палуба захвачена. Покидаем корабль. Живо! Покидаем корабль, Номад. Берем транспортник и взлетаем. Ждем тебя! Попробуй
максимум скорости. Оставьте меня! Уходите! Живо! Ни за что, братишка! Мы без тебя не уйдем! Уходите! Я сам с ней справлюсь! Только с моей помощью! С ума сошли! Уходите! Уходите!
защитное поле. Псих, давай поближе. Номад, передаю сигнал на твой костюм. Мы под обстрелом! Не могу приблизиться! Номад, разберись с пушками, чтобы мы могли подлететь поближе. Выполняю.
Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Кто там? Да ты не поверишь, браток. Это пророк. Он жив? И похоже, еще брыкается. Засекай его координаты. Возвращаемся.